Это мистер Джозеф Касселман? Да. Для меня большая честь сообщить, что в этом году вы удостоены Нобелевской премии по литературе. Мистер Касселман, добро пожаловать в Стокгольм. Мы предоставим вам все необходимое. Скажи мне, что это не какая-то дурацкая шутка. Это не шутка, милый. Дэвид, твой рассказ написан просто великолепно. Наслаждайтесь от Сильвии Фрай. Что еще за Сильвия Фрай? Одна из твоих героинь, пап. Будь к нему снисходительней, он устал. Миссис Касселман, мне предложили написать о Джо книгу. Писатель пишет, ведь иначе его душа погибнет от голода. Я читал ранние работы Джо. Странно, что он стал писать гораздо лучше, когда в его жизни появились вы. Слышала, у тебя талант писать смысл моей жизни. Не стоит. Даже не надейся когда-нибудь заслужить их одобрение. Представляю вам читу Касселманов. Здравствуйте, я Джоан. Моя жена не пишет. Я так больше не могу. Я не могу больше терпеть эти унижения. Скажи, что веришь в мой талант. Это лишь первая версия. Наши отношения обречены. Ты все делаешь лучше. Я думаю, что вам смертельно надоело быть невидимкой. Без этой женщины я ничто. Вы работаете, миссис Касселман? Я создаю королей. В том, что мы делаем, нет ничего постыдного. Я расскажу вам обо всем.